Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в одну прикольную игру, которая называется Wrecking Bulls. Это своего рода укротитель быков. Так что давайте, ребята, приступать, и у нас первый какой-то ангус. А, я понял, это, ребята, тренировочная, да? Как бы для начала нам дают просто потренироваться. Хорошо. Так, ага. Удержаться нам нужно. Так, зажмите типа кнопку. Все, я, ребята, понял. И у нас здесь стамина есть. А стамина это, знаете что? Тихо. Ядрить твою на корень, а? Надо было зажать кнопку, но так как у меня кончилась стамина, я слетел. В общем, постараюсь объяснить вам в двух словах. Стамина нам нужна для того, чтобы удержаться на быке во время его выпадок. Так, вот смотрите, он сейчас будет меня скидывать. Мы зажимаем кнопку, должны... Вот так, отлично. Видите? И мы удержались. Но проблема вся в том, чем дольше мы держим кнопку, тем быстрее у нас кончается стамина. Оу! Ёлки-палки, пока тут объяснял вам, профукал, продинамил такую вспышку. Ладно, не беда, ребят, все равно это у нас пока идет тренировка. Так что мы можем здесь спокойненько поразмусолить это дело. Так. Да-да-да-да, я понял, что зажать надо. Вот, видите, все отлично. Ну как же быстро тратится от этого стамина. Я надеюсь, ее потом можно будет как-то увеличить. Опа, хотел меня скинуть. Но не тут-то было, я не из простых. Ядрёна вож. Ну, сейчас, ребята, из-за того, что опять же закончилась эта чертова стамина. Понимаете, и ее только стоит зажать, эту кнопочку, как она просто со скоростью света заканчивается. Поэтому нужно ее тратить с умом. Так, да я понял, понял я это все. Не надо мне тут объяснять. Так, давайте выжидать следующего рывка. Вот так, удержались. И, я так понимаю, будет еще рывок. Опа, шикарно. Так, давай. А, все? Ага, понятно. Ладно, это был только первый раунд. У нас сейчас будет с вами раунд 2. Так, ну я уже, по крайней мере, приловчился, ребятушки. Так, хрен тебе. Что такое? Шпуры. Ага, шпорим, значит, мы. И что это нам дает? А, у нас, ребята, от этого как можно быстрее возрастает стамина. Вот, видите, я его бью по бокам. Тык. И у меня стамина в разы быстрее пополняется. Что ж, довольно неплохо. Так, что такое? А, прошли. И последний, третий раунд у нас здесь, ребятушки. Ух. Ага, он уже начал ворочаться. Что-то новенькое. Тихо-тихо. Не тут-то было. Пришпариваем. Хрен тебе. Все, ребятушки, я разобрался. И мы с вами проходим третий раунд и получаем деньги. Хм. Вау. Ты посмотрите, какой-то малыш. All Junior. Ну ладно, давай посмотрим. Так, тут у нас 5 баксов давали, да, за выигрыш. А здесь уже 25. Ё-моё, а этот у нас вообще не открыт еще пока. Так, ну что ж, давайте большой приз. 25, мы тратим с вами одну энергию. И посмотрим, что это у нас за бык. Так, ага, что-то тут выплясывает. Опа, понятно, будем знать, что он делает именно так. Тихо, опа. Конечно, изи. Изи-е некуда. Опа, отлично, ребята, раунд первый у нас пройден. И мы получаем еще какие-то здесь баллы, я не знаю, правда, на что они влияют. В общем, у нас второй раунд с вами. Шпурим его. Опа, отлично, удержались. Тихо, не буянь. Ух ты, это что-то новенькое. Так, тихо, опа. Хе-хе, захотел меня скинуть. Не тут-то было, ребятушки, согласитесь, да? Так, и это у нас второй раунд. Кстати, за него я получил еще больше очков, чем в первом раунде. Так, третий раунд у нас. И держимся. Так, отлично, устояли. Тихонько. Слушайте, я, ребят, если честно говоря, дальше не представляю, что там можно придумать, каких быков, и вот, и все. Мы прошли этого быка юниора, 25 бакинских нам бросают на стол. Ух ты. Так, мы, значит, можем здесь с вами даже приодеться. Хо-хоу. Черт подери, а я не хотел, может быть, шляпу. Блин, тоже мне, смотрите, 80 бакинских. Ага, 40, тут, короче, шляпа, ботинки, перчатки,
жилетка и штаны. И у каждого есть свои статы. Ох, ё-моё! Бульзи Боб. Нифига там музыка играет. Бульзи Боб, значит, да? Ладно, давайте посмотрим. Ох, какой он! Так, что он у нас делает? Так, прыгает, 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 прыгает. Ох, ё-моё! Вы смотрите, что он тут творит. Так, отлично. Надеюсь, больше никаких выкрутасов не будет. Тихо, тихо, ё-моё, ребят, у меня стамина. Оу, щет, никак я не ожидал, что он сделает еще один рывок. Фак, а? Хитрожопый это Бульзи Боб. Ладно, давайте. Так, первый я понял. Сейчас у него будет еще один. Так, здесь я тоже его расколол. Так, здесь я уже не помню. По-моему, вот так вот. Так, 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 надо к стамину. Есть. Раунд первый мы с вами прошли. Ну, я думаю, что и второй, и третий, если так у нас пойдет дело, пройдем. Главное, я его расколол. Я понял его тактику. Ага, шикарно. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я, наверное, ребятушки, зря, но все-таки я устоял. Стамину передержал маленько. О, второй раунд пройден у нас. Фух. Так, и третий раунд. Но бычара на самом деле такой, знаете, адовый, адовый бык. Так, на изготовочке мы. Мы не расслабляемся ни в коем. И такой ножками бьет быку по бочинам. Так, тихо, вот здесь вот подкалывает. Ё-моё, я выстоял, не надо мне ля-ля. Есть. Да, но очков получил очень мало. Тем не менее, 45 бакинских мы получаем с вами. Бросайте нам на стол. Это что еще такое? Миссисипи хиппи. Это жесть. Фига ты грязнуля, ё-моё. Так, что он сейчас будет делать? Ну и хари у тебя. Так, отлично, нифига он прыгает, там грязище от него летит только в разные стороны. Ну все, хиппи, хорош выделываться. Давай что-нибудь такое. Опа, нифига ты даешь. Ребята, вот это нежданчик. Я думал, он меня сейчас даванет, когда стал перекатываться, но нет. Хрен тебе. Слушайте, мне кажется, что это один, ага, из простых быков. Ну, почему-то мне так кажется. Или, может быть, я просто уже приноровился к ним. Так, давайте дальше. Прыг, да сколько у него тут, смотрите. Эть, хрен тебе. Тут можно легко просчитать, когда он, ребят, подпрыгивает. Вот, смотрите, он подпрыгивает, естественно, нужно зажать кнопку на удержание, чтобы нам не слететь. И, соответственно, когда он так вот голову делает, то он тоже собирается делать кувырок. Так что у каждого быка есть своя стратегия, своя тактика. Главное ее вовремя раскусить. Так, и у нас, ребятушки, третий раунд сейчас будет. Думаю, что его мы пройдем. Нам нужны бакинские, чтобы мы могли покупать новые шмотки. И, соответственно, у нас будет от этого повышаться и стамина, и сила. Я не знаю, что еще у нас будет, наверное. Пришпоривание тоже, наверное, будет расти от этого. Хрен тебе, захотел меня сбросить. Главное, после этого всего надо как можно быстрее набрать стамину. Это наше все. Да-да-да-да, конечно. Миссисипи хиппи. По-моему, тебе пора сдаваться, да, ребята? Ух, и 60 бакинских на стол. А мы с вами... Что это такое? Ага, у нас открылась новая арена. И мы переходим на следующий ивент. Хе-хе. Воу. Велосити. Ядрить тебя на корень. Смачдаун. Так, 110 бакарей у меня. Ёлки-палки, вы посмотрите, там еще, оказывается, разные наряды будут. Так что игра, я думаю, будет очень долгой, длинной и интересной. Кстати, ребята, если вам эта игра понравилась, ставьте лайки, и мы, естественно, будем в нее играть. Будем укрощать быков одного за другим. Так, ну что ж, давайте пытаться. Итак, у нас бык, которого звать Смачдаун. Поехали. Так, что он здесь будет сейчас чудить? Ага, они также прыгают. Опа, я понял. Ох, ё-моё, ничего себе. Это ж хорошо, что... Фу ты нафиг, я уже думал, что-то... Наколол меня, ребят. Ну ладно, можно. Это простительно. И вот еще что. За каждое поражение, ребята, мы тратим с вами одну энергию. А всего у нас их 20. На данный момент у меня их уже осталось 11. Так что надо с ними... Поэкономить. Оп, черт подери. Ребят, я передержал стамину. Просто передержал кнопку.
Я не могу понять, у него какой-то очень затяжной прыжок, и при этом он в воздухе переворачивается себе на спину. Вот смотрите, сейчас попробуем. Так, вот я держу. Опа, ёлки-палки, ну мне только-только хватает на... Понятно, шлем он подбрасывает. Ага, здесь просто меня хочет сбросить. И вот здесь вот... Щет. Блин, мне такое ощущение, что у меня просто не хватает стамины. Так, ладно, повторили. Повторили попыточку. Так, надо все здесь рассчитать, ребят. Я знаю, что у него... Ага, вот оно в чем дело. Ребят, когда он в воздухе зависает, немножко можно стамину прослабить. Вот здесь вот. О, черт подери. Ну, все-таки я удержался. Удержался я? Ага, хрен тебе. Да сколько ты будешь еще буянить-то? Ай, пык. Есть, я удержался. Баланс. Ух, выстоял я все-таки против него. Да, ребят, я был прав. Он когда в воздухе подпрыгивает, там можно немножко отпустить стамину. И уже когда он начинает прыгать себе на спину именно, вот здесь вот. Вот, вот тут ты уже еще раз нажимаешь. Ясненько, главное как можно быстрее ее накопить. Эту стамину, пришпуривая его. Так, ай-яй-яй, опа, дудки тебе, говнюк. Смачдаун, это еще кто кого победит. Хрен тебе. Ну что, все, сдался? Ведь сдался же, нет? А-а-а. Опа, не тут-то было, ребята. И мы с вами проходим второй раунд, кстати, с наилучшими очками. Так, и третий у нас заключительный на этом быке. И если честно, я бы назвал бы здесь бы не смачдаун, а бык-горбун, потому что у него такой горб на спине, на котором мы, в принципе, с вами и сидим. Конечно, изи. Так, изейше все, потому что я его раскусил, расколол его тактику. Да-да-да, и шлем вот этот, который он подкидывает, ребята, это специально, чтобы ты лишний раз потратил стаминки. Второй и третий раунд у нас с одинаковым количеством очков. И 85 баксов летят нам на стол. Ох ты, Airtime. Время летать? Хорошо. Ну, давай полетаем. Блин, это же надо так его назвать, Airtime. Так. Смотрите, он больше похож почему-то не на быка. Не на быка? Что за ветерок? Ох, елки-палки. Не понял я, подожди-ка. Что-то я юмора не понял, если честно. Так, давайте-ка. Да ладно тебе, мне не нужно вот эта вся твоя хренотень. Повтор, повтор. Так, в общем, вот, смотрите, он прыгает у нас, да? Прыг. Прыгает. Так, ох ты. Ёлки-палки, да хорош ты. Чё в самом деле делаешь-то? Ты смотри, он... Давай. Чё он тут творит? Так. И полетит сейчас. Ага, ладно, хорошо. Удержались мы. Ты посмотри, что зараза делает. Да какого хрена он дает заднюю-то? Я не пойму. Блин, он, блин, на быка не похож. Если честно, он похож больше на какого-то хитрого кота. Или пса на худой конец, блин. Такая морда у него зловещая. Носы. Так, ладно, здесь мы устояли. Да вы посмотрите, у меня элементарно просто не хватает стамины. Ну, что ты там задумал? Ё-моё! Ладно. Слушай, ребята, он слишком крутые здесь делает финты. Я вроде бы как бы и понял его, в принципе, тактику. Но она какая-то непредсказуемая. Тут еще этот ветер меня смущает, кто-то дует. Так, ладно, давайте еще разок. Оп, ладно, здесь он пролетает, это я понял. Тут падает. Вот этот ветерок что значит? Ага, все, кажется, я понял, ребят. В общем, получается так. Если дует ветер, то он обязательно отскакивает назад. Ну, как будто бы его сдувает. Сейчас мы попробуем в этом убедиться лишний раз. Так, да. Именно так оно есть. А, дудки тебе. Слушай, ну вот это вот, ну нафига вот так вот делать-то? Я не пойму, блин. Так, давай, быстрее восстанавливай стамину, блин. Давай. Опа, летит. Черт подери, я буквально на балансе там вишу, на анбалансе. Так, здесь мы держались. Да ладно тебе, паскуда ты, что ты творишь, а? Ну я никак не думал, что он именно вот сделает так. Ребят, у нас очень мало с вами энергии осталось. Чертов бык, а? Да ничего в нем, в принципе, сложного нету. Так, что вот он? Ага, ну ладно, здесь он летит. С полетом я тоже разобрался. Полет, так, вот сейчас он будет отскакивать, Черт подери, я просто не успел, ребят, нажать на кнопку. Ну, ступил, что тут скажешь. Фак, а?
Блин, хочу его пройти, ребята, и посмотреть, что там дальше будет. Ну, соберись, Ричик, соберись. Так, ну здесь мы, выстояли. Так, отлично, отлично. Сейчас будет в заднюю давать, да? Заднюю? Да, держимся. Ёпарасоте, блин, почему... Почему я не могу среагировать на вот эту вот хрень? Вот именно когда он начинает там легаться, блин, я и слетаю. Какой-то, блин, непредсказуемый, как сказать, финт. Так, здесь я понял тебя, да, right, все отлично. Так, здесь назад. Ага. Так. Мэйзи, блин, вот тебе и Мэйзи. Так, полет, полет, полет. С полетом мы разобрались. Ну. Так, назад. Все, у меня, ребят, стамина, кончается. Если он сейчас что-нибудь, какой-нибудь финт сделает. Оу, ну неужели, ядрить тебя на корень. Так, ну что же, раунд 2, давайте попробуем так же как-нибудь удержаться. Так, полет, полетел он у нас. Так, отлично. Блин, у меня же горло присохло, так. Ага, ждем, 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 ребятушки. Шикарно, сейчас будет назад, да? Назад ведь? Назад. Пятится он назад. Сейчас какой-нибудь финт будет. О-о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 - Ребята, ну тут вы сами прекрасно видели, кончилась стамина. Что-то он как-то чересчур уж рьяно разошелся. И у нас, как вы видели, последние две энергии осталось. Так, это буквально, если я успею пройти второй и третий уровень, тогда да, нам повезет. А если не пройду, то не пройду, ребята. Придется нам увидеться с вами в следующем выпуске. Блин, да что ж ты, гребаный ты... Буйвол, а? Что тебе разорвало? Ребят, последняя, энергия. Это наша последняя попытка. Причем на два раунда. Так, сконцентрировались, Так, ладно, ладно, я понял. Полет твой, блин, у меня как все-таки быстро кончается стамина, а? Да ладно, блин. Фигня, блин. Взбесило меня. Ладно, ребята, проиграл так проиграл. Энергии нету, но она вскоре накопится. Ну а на этом я буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся уже в следующей серии. Всем пока.